Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 12 декабря, день Парамона, назван в честь святого мученика Парамона. Некий князь Аквилин собрал в темницу христиан числом 370 и заставил поклониться Посейдону. За отказ стал их мучить. Парамон проходил мимо и, увидев, заступился за мучеников. За это его схватили, извлекли изо рта язык, который обличал и укорял мучителя, и искололи его. Потом изранили все члены и, наконец, пронзили тело копьями. Так Парамон предал свою благочестивую душу в руки Божии. На Руси день Парамона называли зимоуказателем. Сегодня предсказывали погоду на ближайшее время. А поутру брали метлы и очищали крыши от снега. Лопату не использовали потому, чтобы крыша не прохудилась. К венику на Руси было особое отношение. Ему приписывались мистические свойства. Например, нельзя было мести в одной избе разными вениками. Не держали веник под печкой, чтобы еда не портилась. Сегодня кормили кур гречихой только из правого рукава. Считалось, что так они начнут раньше нестись. В западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее бревно. Мол, это придает постройке прочность, а семье здоровье. Верили в то, что сегодня можно привлечь удачу, если занять у соседей что-либо. Хлеб, яйца, масло и иные продукты. Были распространены сегодня девичьи гадания. Девушки замешивали тесто на речной воде. Для этого они приходили к водоему 3 раза, и приносили воду во рту. Когда зачерпывали воду руками, смотрели, что попадется. Если камушек, будет муж строителем. Песок, будет хлеборобом. Если попадалась рыбка, будет рыбаком. Готовую выпечку девушки ставили на скамью. Каждая девица приносила своего петуха и одновременно их выпускали. Чей петух первым попробует хлеб, та девушка раньше других выйдет замуж. Приметы. Как правило, на Парамона земля каменеет от мороза, а речка замерзает. Сегодня смотрели, если утро ясное да красное, декабрю быть ясным. Если вьюга на дворе, то проводит она еще неделю, до Николы Зимнего, 19 декабря. Снег пошел на Парамона, скоро будет метель. Если сегодня заря окрашена в багровый цвет, это к сильным ветрам. Если снег на Парамона еще не выпал, то 19 декабря будут сильные морозы. Красная заря на ясный день. Подождите, вы сейчас сказали то, что, да, на мой взгляд, интересует как минимум половину людей, не только у нас, но и во всем мире. Потому что всегда после свеклы есть окрас мочи. Всегда. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И всех людей удается. Шелестят конфет обертки, за мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Он плачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Эй, веселись, народ, наступает новый год.
подарки раздает. Радость и любовь несет. Это новый, новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок попей. Веселись, 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 народ, наступай, наступай, новый, новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый, новый год. Бум-б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 ум